Нет, еще один выстрел будет. Один из крыши должно быть. Оставь лучше бомбочку сейчас. Раз, два. Два попадения. Ну, сейчас еще так подбухаем немножко. Всем привет, с вами я, Егор. Мы сегодня после обстрела танка. Вот что с ним случилось. Пушку разорвало. Даже порох остался. Там и этот еще застрял. Пороховой заряд. Так, сейчас выковырим. Сейчас вообще выковырим. Вуаля. Вот. Один раз выстрелили с этого орудия и несколько, ну, 2-3 раза с пушки. С ней вот что случилось после первого обстрела. Ну, вот от нее детали. Это уже от Шермана. Сделали подрыв под башней. Вот здесь прям. Взрыва. Сам коптить осталось. Да и некоторые эти. У мехвода до сих пор нет головы. Но это уже не мои заботы. Там еще порох. Там швы пошли. Ну и все. Сейчас... Здесь еще у меня было попадание по самому Шерману, корпусу. Раз. Рикошет от того кумулятивного, который с самим этим на кончик ручки попал. И куда-то она улетела. Вот раз здесь. И два от воздушки пулей полетело. Ну, немножко так подбило и улетел куда-то. Еще на башне я заметил вот здесь. Вот. Попадение. Только это уже, скорее всего, отрикошетило и в башню попало. Как в башне вот так все-таки стояло. Скорее всего, это или от самой ручки, или от самой этой патрона от воздушки. И при... После того, как взорвали под башню, только это не было запечатлено. Ну, не успел нажать, да и памяти не хватило. И после взрыва башню откинуло. Вон там вся грязь. Да и радиостанцию еще там загрязнило полностью. И куда-то еще один люк подевался. Люк потерялся, и остался один люк. Все. А пушки там уже все. Там. Все от нее оторвалось. Осталось вот что, все. Ну, тут еще было попадение. Не знаю от чего, скорее всего, от самой этой. А, ну даже почти пробило. Вот маленький шарик. Или это от того, что мы здесь подорвали? Шарик отлетел. Или от чего-то другого? Чего, не знаю. На человечку кто-то точно плохо уже. Это на его сторону пошел подрыв. И ему бок сильно покалечило взрывом. Его все коптить. Подкоптило, да и руку еще оторвало. А ему все нормально. Его оставим на другой танк. Будет живучий Петя. Там придумаем ему название. Так, ну... С механизмом тоже после первого выстрела. Механизм что-то все хряк, все. Тю-тю.
Больше ничего это и нету. После нескольких попаданий по трех башней хотел еще эту, но не получилось. Ну, а так, в общем-то, уж весь подрыв получился хороший. Думаю, следующий танк я также только помощнее буду подрывать. Ну, а на этом моменте подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите еще такой подрыв.